Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас сегодня Нива 4x4. Делаем полную шумоизоляцию. Салон разобрали. Краткий обзор. Такие вот полосы проклеили в багажнике. Арки голые. Крылья тоже голые. А это самые шумные места. Двери. Внизу видите. Кусочек проклеенный, здесь вибрухи тоже вроде проклеили, этого мало. Пол. По два куска проклеили, даже не прокатали. Потолок вообще новый. Ни одного куска, ни шума, ни виброизоляции нету. Сейчас подготовим поверхности и приступаем все это дело исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Нива. Прокатом пол. Также прокатали потолок. Пол в багажнике. Арки. Крылья. Прокатали первый слой в дверях. И уже приступили клеить второй слой в дверях. Все, продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Нива 4x4. Показываю, что у нас получилось. Такой сплошной ковер у нас проклеен на полу в салоне. Также проклеили багажник, арки. Проклеили потолок вторым слоем. Третий слой в дверях. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона автомобиля Нива 4x4 после полной шумоизоляции. Как видите, все детали интерьера салона стоят на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.